Ель колючая, форма голубая, четырехлетка. То, что это четырехлетний возраст, ребята, это однозначно. Я ее растил 4 года. Я не знаю, для кого-то может маленькая, для кого большая. На сайте заявлено 15 сантиметров. 15 сантиметров есть. Практически везде. Ей еще расти месяц, не забывайте. И если вы можете видеть, сколько на ней почек. Вверху. И пятилетка будет очень прекрасная и хорошая саженец уже. Главное вовремя посадить, вовремя ее сохранить как бы за зиму. И чтобы она у вас пошла. Мы будем рассаживать ее, будет все прекрасно. Мы в конце сентября будем рассаживать. Четырехлетка, минимальная партия 20 штук. Отправляется Почтой России и транспортной компании СДЭК. Заказ можно будет сделать 20 августа на нашем сайте zelenko-com.ru. Самовывоз. Вы можете приехать в субботу-воскресенье по предварительному звонку, то бишь позвонив заранее, потому что в рабочие дни мы отправляем посылки, и нам некогда. И самовывозом можно взять не минимальную партию, а сколько вам нужно, хоть от одной штуки. А минимальная партия на нее 20 штук. То есть, если вы заказываете Почтой России или СДЭКом доставку, то есть вы минимальная партия на нее 20 штук. Еще раз повторяю. На этом, уважаемые друзья, обзор четырехлетки, я думаю, закончен. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик.